И я уверена, что может быть найден компромисс между интересами людей и интересами коммерческими. Спасибо. Спасибо. Кира Николаевна. Всем добрый день. Никитина Екатерина Владимировна. Живу на улице Чкалова, дом 31. Я коренной житель Королёва, родилась здесь, работаю здесь. И я выступаю против текущей версии генплана, в частности, против многоэтажной застройки на улицах Чкалова, Марины Цветаевой, Подмосковная, Подвой проезд. Это единственная часть вот в этом районе города, где можно выйти подышать свежим воздухом, без машин, чтобы можно было погулять с детьми. Молодые мамы, живущие в высотных домах неподалеку, все ходят по нашим улицам, гуляют. Это действительно, там вековые сосны и ели, и это необходимо сохранить. Поэтому предлагаю исключить этот пункт, многоэтажную застройку из генплана, оставить назначение земель под индивидуальную жилую застройку и, конечно же, никакой эстакады, она там не нужна. Спасибо. Спасибо. Первый микрофон.